Гуру российского маунтинбайка, заслуженный тренер и профессор Владимир Краснов в этом году отмечает юбилей. С 70-летием его поздравляли близкие, друзья и коллеги. Любовь к профессии угадывается в деталях. Строгий костюм, голубая рубашка и галстук с велогонщиками. Владимир Николаевич ездить на велосипеде мечтал с детства. На своего первого железного коня заработал сам, когда еще учился в школе. После института работал тренером по шоссейным гонкам. Но когда впервые увидел соревнования по маунтинбайку, все изменилось. И в Советском Союзе, и в России вообще незнакомый вид спорта был. И понял, что это очень интересный вид спорта, очень полезно для молодежи, для спортсменов. И вообще можно сказать, на сегодня он основатель маунтинбайка не только Чувашии в нашей республике, но и в России. И я, и мы все уроженцы Комсомольского района радуемся и гордимся, что наш замечательный земляк. Главная гордость тренера – его подопечные. Среди них чемпионки СССР и России летних универсиад. Под руководством Владимира Краснова Ирина Калентьева стала двукратной чемпионкой мира и бронзовым призером Олимпийских игр. Владимир Николаевич – автор книг по теории маунтинбайка. Недавно выпустил 8-ю. Книгу обычно это пишет и после тренировок, в вечернее время. Вот, и занимает достаточно много времени. Вот, и поэтому как бы уходит по-разному. Эту книгу писал где-то 3 года. Вот пока шел, у нас вот экспериментальная работа шла, и вот тоже здесь положено. Книга чисто научная, вот, и научно-методического плана, вот, новые методики подготовки спортсменов высокого класса. В свои 70 заканчивать тренерскую карьеру Владимир Краснов не собирается. Он намерен долго гнать велосипед. Татьяна Леонтьева, Борис Андреев, Республика.